приветствовать, и мы с вами отправляемся в Финляндию, в Хельсинки, на Хартвалл-арену, где сегодня свой очередной матч в 11-м сезоне континентальной хоккейной лиги проведет финский Йокерит на домашней площадке. Сегодня у Джокеров в соперниках Череповецкая Северсталь. Чуть-чуть задержал Пекка Йормака эту самую атаку на второй синей линии. Момент! Ой-ой-ой! Гол все-таки! С каким броском тяжелым Доминик Фурт справляется, но шайба на неприкрытого игрока Йокерита отскакивает. По-моему, даже это был Еспер Йенсен, да. Защитник финской команды подкарауливает этот момент. Оказался в нужный момент, в нужном месте. И 1-0. Еспер Йенсен открывает счет в сегодняшнем матче. Так что Антила, конечно, хорош. И у него в этом сезоне 12 набранных очков. 9 шайб и 3 результативные передачи. Вот пытается тут сейчас Северсталь активно сыграть. И момент. Ой-ой-ой! Перекладина спасает Йокерит. Вот это да! Выцарапали шайбу, по-другому не скажешь. И 35 секунд. Ой, сейчас где-то отскочили череповчане. Но это было неплохо. О'Нил пошел, видите, показал, что будет бросать. И вот такое подправление Нормана было опасно. Много игроков у борта. Борьба 3 в 3 была. И Йокерит все-таки шайбу опять берет под свой контроль. И... Ой, здорово! И Форд блестяще действует. Да, вот этот момент опасный у ворот Доминика Фурка. Как раз вместе. Еще одна атака. Брайан О'Нил. Хороший перевод. И... Вот это гол! Это дубль, друзья! Это дубль Ирского Йенсена! Как он подключился! Как он попал! Да, ребята, я сам не знаю, говорит Еспер Йенсен. Не забивал он до этого 14 матчей. Этим. И, как говорится, попал здорово Еспер Йенсен в дальний угол. Еще один неприятный бросок. Точных выстрелов у Джеффа Плетта в этом сезоне. Но тоже позиция это была более чем убойная. Кам. За воротами хорошо эту борьбу ведут у борта Финн. Вот, смотрите, как здорово выводит на бросок защитника. И Томми Кивистё делает счет 3-0. Томми Кивистё. Игроки обороны пока филят сегодня у Йокерита именно по мере защитников. Сегодня пока только на табло. След за дублем. Захарчук что-то сделать с партнерами. Вошли в зону. Здорово, Монаков выбирается на оперативный простор, а вот бросок по центру прямо в Яниса Кальненша. В этом сезоне до сегодняшней игры практически идентичное количество минут было сыграно Райаном Запольски и Янисом Кальненшем. В том составе уже Йокерит. Отмечаем. Очередной раз большинство реализовать не удалось. Череповчане. И Карлин 2 в 1 выход. Сам будет бросать. И готов был к этому маневру нападающего. Я минута до конца третьего периода. Пытается свою шайбу забить Северсталь. Но ошибка. Быстрый переход в атаку. Оставление. И 4-0. Все-таки Стив Мотес забивает. Классный бросок. Так второй волной накатывал за партнерами Стив Мотес. Как бы притаившись. Классное время в 26 матчах этого чемпионата. Ну что ж, дорогие друзья, Йокерит побеждает сегодня Череповецкую Северсталь.